Вітаю, кому допомагає Ротарі Клуб та хто такі ротаріанці? Про це та інше в програмі «Пряма лінія». Гості редакції видання «Вечірній Харків», президент Ротарі Клаб Харків Фьост Кепітал каденції 2017-2018 років Павло Пилипенко та поряд з ним президент Ротарі Клаб Харків Фьост Кепітал каденції 2016-2017 років Сергій Савицький. Вітаю вас, пане Павло, вітаю вас, пане Сергію. І перше, про що я хочу вас спитати, взагалі, що такое Ротари? Но на самом деле это достаточно большая структура, всемирная структура, которая является общественной организацией, которая решает ряд социальных вещей, вот, и социальных проектов. В ней находятся самодостаточные люди разных профессий, вот, и непосредственно, когда мы будем уже говорить о Харькове, о живом примере, то более подробно можно будет понять, что это такое. А давайте немного поговорим об истории. Об истории, да. Я думаю, где возникло, когда возникло, кто является основателем? Движение Ротари возникло в Соединенных Штатах Америки, в городе Чикаго в 1905 году. Ее основателем был Пол Харрис. Это содружество четырех друзей, которые создали для себя определенную структуру для взаимного общения, для как бы организации каких-то общих интересов. Ротари клуб призван помогать людям, помогать обществу. И уже буквально в течение года, да, был создан в Чикаго Ротари клуб номер 2. И в течение 10 лет ротари клубы по всей Америке начали разрастаться, как бы с каждым годом все больше и больше. То есть, вкратце, в этой структуре более 110 лет уже, и получается, основными целями и задачами является служение обществу и такие проекты, как работа с детьми, работа по доступу к чистой воде человечеству, борьба с такими большими болезнями, как полиомиелит и разные социальные проекты. А правда, что у ротарианского движения есть какая-то конституция? Как и у любой организации, есть регламентирующие документы. То есть любая структура, любой коллектив должен работать по каким-то правилам и нормам. Но это нормально, как бы и у всех это есть. Я думаю, у вас в редакции, в том числе. Вот. Поэтому у Ротари есть, да, свои документы. Это являются конституция и другие ряд документов, которые говорят о том основных правилах. А какие там разделы, статьи? Это я думаю, что и нашим зрителям, и непосредственно и вам слушать сухие какие-нибудь законы или наши статьи, это не будет так интересно. Но самое одно из основных – это то, что ротарианцы должны собираться, и ценность – это живое общение. То есть неважно, кем работает человек, какой у него успех, уровень достатка, он все равно один раз в неделю должен встречаться со своим коллективом, вот, и обсуждать разные моменты. Это один из только немногих. Вот, и если он отсутствует, допустим, он в этот момент, когда проходит заседание клуба, он находится в другой стране, в командировке, то там есть такие же ротари клуба, и он обязан, ну, так, чисто символически обязан посмотреть, какой ближайший ротари-клуб и сходить к нему на заседание. Вот такие очень строгие правила. Ротари-клубы – это собрание единомышленников. Это 15-20 человек, людей, объединенных одной целью. Это помогать этому обществу. Неважно, банкир ты либо художник, ты можешь приносить пользу. Друг другу, тем, кто в этом обществу? Обществу, нет. Это общество в целом. Выходя за рамки Ротари, да? Ну, я бы сказал, наверное, более... Это правильно, как Паша сказал, это друзья. Вот. Это, конечно, самодостаточные люди, которые уже перешагнули определенную грань финансового достатка и развития в обществе, и образования, которые хотят помогать другим людям. Но тот вопрос, который вы задали, конечно, они помогают и друг другу. Когда ты можешь доверять человеку, когда ты знаешь этого человека, как он работает, как он относится к другим людям, конечно, ты готов ему помогать в первую очередь. Поэтому непосредственно в клубе решаются интересы как и клуба, так и общества, так и организаций и властных, и общественных непосредственно в региональное общение. А мы можем вот перечислить какие-то конкретные такие полезные дела, социально значимые события? Всемирные, региональные. Борьба с полио.
То есть полиомиелит – это та проблема, которая убивала большое количество детей по всему миру. Соответственно, на сегодня как бы, эта проблема практически решена. То есть благодаря меценатам-ротарианцам, таким как Билл Гейтс, который потратил порядка 700 миллионов долларов, да, на решение этой проблемы, на борьбу с полиомиелитом. Мы на сегодня имеем, как бы, в принципе, ну, единичные случаи. Да. В Украине в прошлом году тоже были всплески, если вы помните, это был плохим сигналом вообще для всего движения борьбы с полиомиелитом, и непосредственно с помощью ротари-клубов, с помощью Rotary International и ООН, опять же, были приняты меры, чтобы в Украине были вот эти вакцины, которые снивелировали эту болезнь. Просто большое количество людей имеют возможности, имеют желание, но не знают, как это сделать. То есть, имея финансы, да, человек просто, у него не хватает времени на то, чтобы как бы участвовать в каких-то благотворительных мероприятиях. Поэтому он приходит в ротари-клуб, становится членом и, как бы, соответственно, реализовывает вот эти вот свои желания, которые направлены на благотворительность, да, посредством участия в ротари-клубе. А вы сказали, принимали меры. Какие меры? Вакцинация. Это то вакцина. Есть с помощью ротари-движения была осуществлена закупка вакцин, так? Да, да. И непосредственно закупка, доставка. И так как ротари-клубы есть в каждом городе Украины, и на самом деле... 1 200 000 ротарианцев по всему миру. Да, и более 35 тысяч клубов находятся во всем мире. То есть мы все друзья. Мы все, независимо от возраста, от финансового положения, общаемся с друг другом на «ты». Можем позвонить и решить какой-то вопрос. У нас нет территориальных делений, то есть у нас нет стран, то есть, допустим, Польша, Украина, Белоруссия, там, Соединенные Штаты Америки, мы просто набираем ротари-клубы и решаем вопросы, если они связаны с какой-то социальной активностью. А вот. Структура тогда какая есть, если между вами нет границ? Да, то есть единица в Rotary International – это непосредственно клуб. Это самая первичная единица. Которая объединяет дистрикты. Да, это самое, самое важное. То есть с клуба исходит как бы все. Демократия – это организация. А потом уже идет деление на дистрикты. Дистрикт – это как бы… Территориальное деление, да, либо по странам. Территориальная единица. Либо... Наш дистрикт непосредственно, для примера, зрителям – это Украина и Беларусь. В прошлом году было это Украина, Польша и Беларусь. Вот Польша в прошлом году отсоединилась, так как дистрикты формируются, когда вот 1100 ротарианцев появляется в стране или в городе, и появляется новый дистрикт. Так как в Польше появилось 1100 ротарианцев, вот, они отделились в отдельный дистрикт. И в нашем дистрикте осталась Украина и Беларусь. Дальше идет зоны, и Rotary International – это весь мир. Здесь вопрос в чем, да? Конкретно отдельно взятый человек, который становится членом ротари-клуба, он как отдает, так и может получать от этого общения. То есть мы общаемся с разными странами, мы общаемся с разными клубами, мы проводим совместные мероприятия. Допустим, вы по своей работе, да, как член ротари-клуба, едете в другую страну. Вы можете абсолютно спокойно связаться с клубом в этой стране, в этом конкретном городе, да, и вам отдельно взятый клуб поможет во всех вопросах, которые возникнут в этой стране, если в этом городе. Если он знает, что вы ротарианец. Да. Потому что для того, чтобы стать ротарианцем, ну, это уже большое звание у нас в мире. Это значит, что вы послужите обществу, значит, вы помогаете людям. Если человек умеет помогать другим людям, а не только себе, это уже очень много значит на самом деле для всех нас. Мне поэтому... очень часто задают вопрос, зачем? Я всегда отвечаю, потому что хочется. Ну, то есть... Давайте о том, зачем, мы поговорим чуть позже, а пока послушаем, у нас есть дозвонившийся читатель, что его интересует. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос, к вашей передаче. А как можно получить помощь по Rotary-клубу? Значит, процедура, мы, конечно, не говорили еще о процедуре, о заседании, о правилах ротари-клуба, но на самом деле есть заседание клуба, которое проходит каждую неделю, всегда в определенное время, в одном и том же месте, официальном месте ротари-клуба. Допустим, если мы говорим о городе Харькове, то в Харькове 6 ротари-клубов находятся. У каждого есть свое место дислокации, если так можно. И любой человек может созвониться с президентом или секретарем ротари-клуба и проговорить его участие в заседании. На этом любой человек из числа ротарианцев? Нет. Любой обычный человек. Гражданин?
Но обычно не обычный гражданин, а представитель какой-то организации. Потому что почему? Ротари пытается системно влиять на какие-то процессы. Единичная помощь какому-то человеку, она бывает. Помощь какому-то ребенку, очень сложная ситуация, потому что тяжело иногда отказать. Но это не является правилами Ротари. Ротари пытается системно повлиять на что-то, чтобы создать условия для развития. Да? Если там закупка оборудования, которое будет лечить много людей и способствовать развитию, улучшение там образовательного процесса, каких-то механизмов, которые будут способствовать процессу, он будет длительный. Единичная помощь, она очень капиталозатратна и не всегда с нее большой выхлоп. Ну, процесс должен быть масштабным, и результативность этого процесса должна быть тоже соответствующей. Да. И я закончу. То есть обычно это представители организации. Ну, я приведу примеры. КРУ – это директор Красного Креста, да, региональный, или глава общественной организации, или глава какой-то спилки, у которых есть проблемы, ряд проблем. И вот он приходит на заседание, говорит об своей проблематике, вот, и потом уже говорит, что необходимо конкретно решать. И это не всегда деньги. Я еще вернусь к вопросу тому, почему это решается так быстро. Это не всегда деньги. Это обычно связи, возможности, места проведения, коммуникации, там, подготовка каких-то документов. Так как обычному, там сказать, рядовому главе правления общественной организации не всегда это доступно. Ну, просто, как правило, члены Ротари-клуба социально значимые люди, да? И у них есть возможности влиять на те или иные процессы. Или профессионально. У нас был вопрос от нашего читателя. Как можно получить помощь? Предположим, если это все-таки отдельный гражданин. Да, то есть Если он не представляет никакую организацию. Есть у каждого Ротари-клуба есть Facebook-страничка, это обязательно. Или свой сайт. Интернет-сайт. Да, на котором можно подать. Во-первых, есть контакты, по которым можно связаться и все равно попасть на заседание. То есть человек все равно должен озвучить клубу свою проблематику, клуб должен увидеть этого человека. Или он поможет подать в письменном виде, то есть написать на e-mail или позвонить. Мы на заседании клуба выносим этот вопрос и принимаем решение. Да, большинство. Целесообразности вообще нашего участия. Да, потому что в чем суть? То есть, как и все мы не можем помочь всем. Это все и ясно. Поэтому все равно нужно иногда расставлять приоритеты. И таких обращений достаточно много. Поэтому сам клуб решает приоритетность помощи и ее эффективность. Насколько вот финансы, которые можно вложить, помощь, она будет эффективной. Вот, это всегда тяжело на самом деле, ну, если честно вам сказать, да, если выбирать между помощью ребенку и становлением каких-то процессов, которые будут помогать сотням или тысячам людей, да, это всегда тяжело, но это необходимо делать. Если говорить аллегориями, да, мы не раздаем рыбу, мы раздаем удочки. Так как в Ротари находятся профессионалы разных сфер, то есть человек, который попадает на заседание, его вопрос, допустим, бюджет проекта может быть, допустим, 100 тысяч гривен. Но если попадает в сам Ротари-клуб, там здесь сидят руководители этих там разных направлений, медицины, телевидение, предприниматели, все остальное, друзья, и ему надо закрыть какой-то вопрос, обычно вот со 100 тысяч гривен, я просто говорю образно, 20 тысяч только понадобится для того, чтобы закрыть этот вопрос. То есть, а проект будет на 100 тысяч, потому что связи и возможности этих людей позволяют просто за час заседания оптимизировать этот вопрос и его закрыть. И таким образом происходит сразу живое общение, вы узнаете информацию под живое, не с телевидения или с газет, которых надо читать, а то есть за один час вы узнаете информацию по территориальному или в стране, что происходит в медицине, в образовании, в предпринимательстве, в законодательстве и все остальное. Потом у вас есть возможность повлиять на какой-то социально значимый процесс или не повлиять. Это зависит от данной ситуации. И помимо того, просто пообщаться, поделиться с друг другом эмоциями и просто своим общением. Я правильно поняла? То есть у вас там действует позвоночное правило? То есть кто-то кому-то звонит и проблема решается? Да. С уменьшением финансов. Абсолютно спокойно. Да, вот это. Нет, и не только в Харькове, вступая а по всему миру. По всему вступая миру. В Ротари-клуб,
у вас появляется 1 200 000 реально действующих друзей, связей, которые могут вам решать вопросы. Если, допустим, идет гуманитарная помощь с стран Европейского Союза, да, вот, и всегда с этим есть проблема, да, то начинаются звонки. Обычно ротари-клубы, они сбалансированы. Чем больше сбалансированный ротари-клуб, тем он больше приносит пользы. Как это сбалансировано? То есть в нем есть чиновник, есть врач, есть предприниматель или разные преподаватели. Банкир. Да, да. И чем больше он сбалансирован, тем легче решать вопросы, не привлекая финансов. А вы сказали, что финансы все равно привлекаются. Конечно. А откуда берутся эти деньги? Это взносы членов ротари-клуба. То есть у каждого ротари-клуба они все равно, то есть у каждого ротари-клуб решает для себя сам, но есть ежемесячные взносы в клуб. То есть люди приходят и все равно, что бы ты ни хотел в нашем мире реализовать, все равно какой-то первичный капитал должен быть. Увы, без финансов ничего не работает в этом мире. Вот. Поэтому членом ротари-клуба, самого клуба, ты вступаешь в клуб и ты принимаешь условия этого клуба. Вот. И там уже есть какие-то финансовые обязательства. А можем привести примеры конкретно сделанных социально значимых дел в Харькове? Каждый ротари-клуб, он занимается своим, и еще это очень просто важно, это прямая демократия. То есть каждый ротари-клуб может как связываться с любым ротари-клубом по всему миру, то есть нет иерархии. Она есть для того, чтобы был менеджмент организации по всему миру, но никто не запрещает работать с... Мы сейчас будем подписывать партнерские соглашения с польским, с бразильским ротари-клубом. Вот, собираемся подписать. То есть нет никаких препятствий. И также есть своя специализация. То, что нравится, то, что ближе к клубу, к душе лежит. Вот, поэтому у нас, я перечислил ротари-клубы города Харькова, это непосредственно ротари-клуб First Capital. Мы самые молодые, 1 годик только нашему клубу, это достаточно мало, но чуть позже мы скажем, сколько мы уже проделали дел. Есть ротари-клуб Харьков-Сити, это уже достаточно опытный ротари-клуб, более 15 лет этому ротари-клубу. Ротари-клуб Харьков, которому более 20 лет этот ротари-клуб. Ротари-клуб «Мрия» – это более творческий ротари-клуб. Вот. И ротари-клуб «Надия». Вот 6 ротари-клубов. И у каждого есть своя специфика. Да, да, да. Каждый специализируется на своем. Да. Теперь конкретным проектом. Борьба с онкологией. Да. Другие – детские дома. Третьи – ветераны АТО. Вот сейчас, допустим, ротари-клуба «Сити», ротари-клуба «Харьков Мультинешнл», у них совместные проекты есть по реабилитации, это после АТО. Есть этот синдром, вы знаете, послевоенный. Ну, самый явный пример – это по Соединенным Штатам после Вьетнама, что на войне погибло 60 тысяч человек, а после, в первые 5 лет еще 100. Просто совершили самоубийство или убили кого-либо. Это послевоенный синдром. Его надо решать, но в стране он не решается. То есть эти клубы сейчас занимаются активно этим вопросом. Привлекли уже более 150 тысяч долларов. Вот. Есть дети. Как помогаете? Вот хочется, знаете, мы помогаем воинам АТО. Да. Реабилитацию. Да, конкретно. Отправляем их лечиться за рубеж. Или мы их реабилитируем здесь, на месте. Смотрите, только именно по их проекту я знаю, я могу сказать в общем, но я не могу сказать детали. Но привлечены всемирные специалисты по вопросам реабилитации военных, которые работали в Афганистане, вот, в других горячих точках, у которых опыт более 20 лет. И открыта горячая онлайн-линия. То есть, во-первых, вычисляются эти люди, которым реально нужна помощь, и им она оказывается. Или любой человек может позвонить и получить психологическую консультацию у этих специалистов. И еще это связано с обучением наших психологов, потому что наши психологи не были подготовлены так, как у нас этот конфликт, о котором мы говорим только вот ближайшие годы. То есть наши психологи к этому не были готовы. Поэтому привлекаются международные специалисты и проводятся обучение квалифицированное этими специалистами, наших специалистов. Как мы говорим, не рыбу даем, а удочку, чтобы уже эти люди, которые у нас живут и работают, чтобы они могли эту работу проводить. Мы создаем инфраструктуру внутри своей страны для решения тех задач. Это один из проектов. Для нас вообще это не свойственно, а то коснулось нас не так давно. Да? Поэтому мы не готовы были к этому. И поэтому
как бы по мере своих сил и возможностей, да, Ротари стараются участвовать в этих социальных проектах? По Ротари-клубу Харькова Multinational у них сейчас идет прекрасный проект. Это связано с профессиональным развитием. То есть они берут детей с неполных семей или которые нуждаются в поддержке, это сотни детей, да, и показывают им, вот договариваются со всеми местами, ну, много не будем перечислять в эфире, потому что я не знаю у вас, чтобы это не было в рекламе, но все предприниматели и крупные хорошие структуры в городе Харькове откликнулись. То есть например, они, какие? Да. Что это за места? Да, допустим, это сети ресторанов, это развлекательные центры, это кулинары, это гостиницы, это парикмахеры. В чем их суть вопроса? То есть у них целое лето, этот проект у них длится уже около 5 лет, только немножко разной специфики. И они всех этих детей, вот, которых ну, недостаточно ни финансов, ни времени на них уделения, они их берут координаторов, работают тоже с городом, социальными службами, и показывают им, что такое кулинар. И одни из лучших, помимо того, они делят их на команды, и команды возглавляют известные харьковчане, вот представители шоу-бизнеса. И они бесплатно абсолютно работают тоже с детьми, приезжают с Киева, работают, возглавляют команды, и они учатся, вот показывают, что такое парикмахеры. Парикмахеры им это, они что-то там пытаются делать. Что такое повар, и что такое блюдо, что такое этот. И это сотни детей. Они пытаются найти... Сотни. Не это, тысячи? Нет. Это за лето? Это региональный проект. Вот это касается города Харькова. Вот. Ротари-клуб «Мрия» – это более творческий клуб. Есть прекрасные харьковские ассамблеи, если вы слышали о таком мероприятии, это тоже международное мероприятие классической музыки. Поддержка юных дарований. Да, проходит в городе Харькове. Это вот непосредственно, если мы говорим о известных ротарианцах, это Веркина Татьяна Борисовна, ректор консерватории нашей, вот, которая была, кстати, первым президентом женщины ротари-клуба непосредственно в Украине. Это Харьков, да? Да, Харьков. Ротари-клуб Харьков. То есть они занимаются развитием, поддерживают талантливых музыкантов. Поддерживают? Проводят вот эти ассамблеи. На них выступают люди, молодые, как музыканты, да, которые представляют себя. Есть конкурсная комиссия, приезжают ротарианцы с разных стран. Этим людям, во-первых, выдается стипендия за их успехи от ротари-клубов. Каждый ротари-клуб дает одну стипендию. То есть 6 стипендий выдаются. Помимо того, этим людям способствует поездка на международные соревнования. То есть, опять же, связываются с другими ротари-клубами, где проходят эти международные соревнования по тому или иному инструменту. И эти люди едут для того, чтобы представить Украину. Оплачивают переезд, пребывание в той стране. Опять же, мы говорим о связях. Помните? То есть все решается по связям. То есть принимающая сторона зачастую берет на себя оплату пребывания. Это зависит года от года. Но обычно способствует тому, чтобы эти люди, которые проявили себя здесь в Харькове, попали на эти соревнования, и они обычно все, и вы их, может, они были у вас на эфирах, они занимают прекрасные места, и всегда они в номинантах. И потом, конечно, продвигают. Многим детям нужен толчок, нужна возможность. Вообще основная задача всего этого мероприятия – обозначить детям цель. То есть дети должны четко для себя определить, чего они хотят, и, соответственно, методично идти к этому. Ну, мы говорим только пока о детях, но на самом деле Ротари работает с многими очень проектами. Если мы касаемся непосредственно нашего Ротари-клуба, еще раз повторюсь. Вы молодые? Мы молодые, нам только один год. Но вот за один год мы провели проектов на 130 тысяч гривен примерно, провели более 25 проектов, но эти проекты мы реализовывали не лично мы, а мы способствовали реализации каких-то интересных проектов. Рассказывайте, какие проекты? Международный благотворительный бал «Когда сбываются мечты» проводится. Это одно из самых красивых мероприятий балов в городе Харькове проходит. На нем собираются каждый раз средства в более большем масштабе для того, чтобы реализовать социальный проект. В этом году есть детский городок Отрадное, если есть дома семейного типа в сторону пятихаток. И там построили еще один дом. Дом построили, но наполнить его техникой, мебелью и заселить туда семью. Вот этих средств не хватало. Поэтому провели такое мероприятие для того, чтобы это стало возможно. Есть фестиваль интернациональный
красоты, Miss Харьков International, это не коммерческая организация, это мероприятие, оно тоже считается одним из самых красочных. Оно дает возможность национально-культурным объединениям, которые проживают в городе Харькове, на харьковском уровне представить вот свою культуру и историческую родину. То есть это харьковчане или иностранные студенты. На мероприятии присутствуют городские областные власти, дипломатический корпус. Оно очень красиво проходит. Вот. Ну и таким образом, опять же, поднимается вопрос, потому что на улицах все ходят в джинсах, и просто мы видим, что кто-то харьковчанин, а кто-то приезжий харьковчанин. А здесь мы все объединяемся, и человек гордится тем, что он может представить, еще и получает возможность, ну, увидеть, что он может этим гордиться. Вы участвуете в организации этого мероприятия, да? Конечно. Мы участвуем в организации, мы участвуем финансово, участвуем связями и организационными моментами. Потом, я же еще раз говорю, мы реализовали более 25 по этот, но те проекты, которые мне понравились, мы вот неделю назад или недели две назад помогли, к нам пришел молодой поэт, он переехал как раз из зоны АТО, очень талантливый парень, он создал небольшую ассоциацию, он учится в Каразино, ассоциацию молодых поэтов. И он раз в году собирает вот стихи с молодых поэтов со всей территории Украины и издает альманах, это у него называется. Представьте себе, приходит талантище, да, у которого не хватает денег для того, чтобы напечатать этот альманах. И провести это мероприятие. То есть для нас это, в общем-то, по сути, ничего не стоит. Да? То есть вы помогли издать. Издать, и немножко провести мероприятие. Помимо того, поддержать авторитетом. Когда ему уже было легче просто его провести, потому что он сказал, меня поддерживает вот Ротари клуб. И если для многих людей это уже означает кредит доверия, значит, прошло проверку какого-то, ну, нужности и полезности. Он презентовал нам этот альманах, была презентация, она проходила в Биндане в Еврейском культурном центре, пришло много как бы гостей, это было, приехали люди со всей Украины, которые поэты, которых есть конкурсная комиссия, которая выбрала, что попадет в этот альманах, и им каждому вручилось этот сборничек для ихнего будущего карьерного роста. Знаете, давайте нас ждет еще один читатель, давайте уделим ему внимание, узнаем, что его интересует, и потом вернемся к разговору. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алина. Скажите, пожалуйста, а как стать членом Ротари клуба? Ну, конкретно в Харькове. Для того, чтобы стать членом Ротари клуба, претенденту необходимо на сайте заполнить анкету, такая очень легкая, минимальная, прийти на заседание нашего Ротари-клуба, рассказать о себе, объяснить членам Ротари-клуба, да, что стало причиной. Мотивация. Да, почему человек принял такое решение, почему он хочет стать членом нашего клуба. После этого, как бы, на заседании мы принимаем решение, интересен нам этот человек или не интересен. Если мы проявляем интерес и видим, как бы, человек осознанно, человек четко понимает, для чего он это делает и что здесь происходит, да, мы его приглашаем на заседание нашего клуба. То есть, он участвует порядка 3-4 месяцев в наших заседаниях, да, то есть как бы... Не будучи членом. Не будучи членом, конечно. Он вникает во все вопросы, как бы структуру и так далее. Через какой-то период принимает для себя решение, интересно ему это или нет. Мы для себя принимаем решение, интересно ли это нам, как бы, и обоюдно как бы находим как бы... Вот Паша, как предприниматель, у него вот этот интересно-неинтересно. То есть на самом деле... Не то, что интересен нам этот человек или не интересен, интересны все люди, но клуб проверяет ценности этого человека. То есть иногда многие люди, ну на самом деле так и они... есть, декларируют одни ценности, а приходят за связями, контактами, развитием своих каких-то бизнес-структур. И, конечно, такой человек, это нельзя сказать, интересен или не интересен. Просто человек декларирует не те ценности, он не хочет помогать обществу, а хочет помочь себе за счет как бы определенного круга людей. Но это долго не работает. А как вы их проверяете? А потому что, вот представьте, сидят самодостаточные, опытные люди, это ж не мы одни. А вот в нашем клубе там более 20 человек. Это доктора наук, профессора, предприниматели, представители разных сфер. Можно обмануть одного человека, второго. И вы видите процесс. Процесс длится не так, что человек пришел, сказал, я хороший, я хочу помогать, ну, давай помогать. Нет, он сначала вникает, около 3 месяцев он никак не финансово не участвует, он просто ходит, он принимает участие в обсуждениях. И по этим действиям 20 человек, ну, я же говорю, одного-двух кто-то может, ну, как бы, какие-то проявить, ну,
Личные предпочтения. Личные предпочтения. Но 20 человек опытных людей по-любому уже разбираются в людях. То есть мнение будет объективным, да? Конечно. Но голосуют всегда большинством, когда принятие решений происходит. По поводу финансового участия. Лично нашего клуба, каждого клуба это касается по-разному. Это каждый сам для себя демократия определяет. Непосредственно самого клуба. Тоже коллективно, да, принимает все это решение? Да. И еще есть, конечно, одна интересная вещь, которую мы упомянули. Если ротари-клубы объединяются, как мы говорили за проект про зону АТО, то Rotary International умножает это еще в несколько десятков, ну, в много раз. То есть, допустим, собрались ротари-клубы обязательно с разных стран. Мы, польский ротари-клуб и бразильский ротари-клуб, дали по $1000. Это $3000. На какой-то проект, да? Социально значимый в мировом масштабе. Ну, или в региональном. Угу. То есть, Rotary International умножает это в 10 раз, допустим, дает $30000, и вы на постройку какого-то более важного объекта социального, медицинского. Очень важно это вот в африканских странах или в индийских скважины строятся, потому что там глубоко и нету чистой питьевой воды, и больше 650 миллионов на нашей земле, на самом деле, это страшная цифра, нету доступа к чистой воде. Вот они собирают, может, вы видели по телевизору, по Discovery, когда дождь, специальные приспособления, там, где они пытаются добыть эту чистую воду. Rotary International с этим вопросом тоже борется. Бурит скважины. И не только. Есть разные методы современные. А известно, сколько вот таких скважин, к примеру, да, было известно, но сделано Rotary International? Я знаю, что это сотни скважин, которые позволяют. Но я вам не могу сказать конкретное количество. Понимаете, я могу знать страны. Основная цель не сколько, да. Основная цель – польза, которая приносится. То есть в каком объеме, да. Это вопрос оценочный, понимаете? Это вопрос статистики. И самое интересное, в каком объеме, что значит, большему количеству людей помогут? Да, и еще я просто вспомню. Вот говорили про проект с реабилитацией зоны АТО. Вот они дали, грубо говоря, ну, образно говоря, да, они $5000 на проект выделили, вся всемирная структура $150000. Нас регионально, для того, чтобы регионально заниматься этим проектом. Это вот так называемый Global Grant. Да, это Global Grant, так называется. То есть структура, если вы хотите что-то делать полезное. У вас есть эта возможность. И есть кому за это отвечать, то у вас есть эта возможность. Пожалуйста, берите и делайте. А что вот собой представляет Rotary International еще? Мы можем охарактеризовать эту структуру, кроме той численности, которую мы назвали вначале? Это отлично сбалансированная структура проверенных людей. Чем проверена? Вот от клуба. Ни один клуб, как я вам скажу, вот почему, когда вы приезжаете в Шри-Ланку и вас встречает ротарианец, он сразу вас обнимает, целует, даже не зная пока, как у вас там, ну, вообще кем. Потому что у нас есть знаки отличия, у нас такие специальные, ну, значочки, которые говорят о том, что вы являетесь ротарианцами. И их могут носить только ротарианцы. И получается, это сразу дружба. Почему? Потому что есть вот эти критерии отбора долгие. Найти тех людей, которые декларируют те ценности, за которые, ну, они борются и которые они делают регионально. Вот так. То есть это отлично сбалансированная структура, честная, справедливая, реальная и дружественная для всех. То есть эта структура работает партнерская с многими мировыми структурами, как качественный партнер. Какие планы у вашего клуба? Какие задачи сейчас перед собой ставите? Вы знаете, у нас есть каждый, это очень интересно тоже, каждый год президент, у нас это президент считается ротари-клуба. В этом году президент был я, это очень интересно, почетно, но уже вот конец года. Но вы уже года, передали свою каденцию. Нет, я буду передавать в воскресенье. Вот, это у каждого клуба, это большой пока праздник. Пока еще нет. Да. Большой праздник. Ну, и каждый тоже выбирает, как его проводить. У нас будет так интерактивно, в украинском стиле, с вышиванками, с песнями. Вот, и будет происходить такое, это как семейное, внутреннее такое торжество происходит. И передача каденции происходит раз в год. И меняются не только президенты, а все в Rotary International в этом большом цикле. Меняется президент клуба, губернатор, президент Rotary International каждый год. Для чего? Для того, чтобы поддержать эту демократическую основу. Чтобы не было свежая никогда... кровь. Да, и не было никогда этого понятия по поводу узурпации власти или не будут самодостаточные люди находиться под влиянием одного человека. А не мало ли одного года для того,
того, чтобы вникнуть и понимать, как дальше действовать? А задействованы все. В процессе как бы правления клубом, в принципе, задействованы все члены. Поэтому основные решения принимаются только путем голосования большинства. Поэтому тот или иной проект, как бы, он все равно вот так или иначе касается всех членов клуба. Поэтому Сергей, передавая мне, четко понимает, что я владею все теми вопросами, которые у нас на сегодняшний день есть на повестке дня. У вас должность избирательная? Нет, сначала выдвигаются кандидатуры. Еще очень интересно, много интересного в роторе, потому что есть офицеры, которые вот отвечают, есть офицер-пристав, да, этот человек отвечает за то, чтобы все соблюдали определенные правила, допустим, заседания. Есть торжественное, есть там обычное, есть рабочее, есть казначей, который собирает все, что финансовые. И отвечает финансовые, за все финансы. Да, все, это министр финансов. В спортивном костюме нельзя прийти, да? Ну, конечно, если к вам приходит... Без денег тоже нельзя прийти. Нет, это не за то. Ну, в спортивном костюме нельзя прийти. Если к вам приходят гости, вы как и в семье, вы когда готовитесь к своему дню рождения или вы ждете гостей, вы же убираете в квартире, немножко наводите порядок, хорошо одеваетесь и как бы презентуете себя, и чтобы было приятно. Также и клуб. Он всегда хочет, как бы, это все равно позиционирование. Позиционирование в обществе, в громаде, уважение к тебе. Вот. По поводу... Выдвигается должность, офицеры, идет голосование? Да, офицеры по международным связям, офицеры по связям с общественностью и так далее. То есть здесь большая структура, и каждый выполняет свою работу. И каждый задействован. То, что этот. И еще за этот, выбирается сразу на 3 года. Что важно, преемственность. Первый, второй, третий. Смотрите, есть президент, есть элект-президент, это следующего года, и есть номини-президент, кто будет еще. Для чего? Для того, чтобы самодостаточные люди могли планировать свое время. Потому что быть президентом и делать менеджмент клуба, это тоже надо затратить свое время. Поэтому человек должен за 3 года планировать, что он, в принципе, должен на это выделить. А зарплату президент в клубе получает? Нет, конечно, нет. Это, я же вам еще говорю, это все на чисто классных, дружественных отношениях. Но еще, вы попробуйте какой-то навык, вы попробуйте поруководить, ну так, образно, поруководить самодостаточными людьми разных сфер. То есть есть все члены клуба, они равны, одинаковые. Есть у кого коллектив 10 человек, а есть у кого 1000 человек. А ты будешь как бы неформально руководить этим человеком. Это огромный колоссальный опыт. Я возвращаюсь к плану. Представьте себе, когда приезжаешь на конференцию, а здесь сидят мэры городов, председатели правления банков. Билл Гейтс, Джеки Чан. Так, да, на секундочку. На этот. И вы, это коммуникация вечная, это и коммуникация... развития лидерских качеств. Многие люди начинают говорить. То есть вот многие предприниматели, они не умеют выступать по телевидению, они не умеют там публично как бы доказывать. Они вот зарабатывают, у них есть это. То есть это тоже некий опыт для человека, который становится ротарианцем. Это один постоянное обучение. Плюсов и то, что человек... приобретает тут свою независимость. Давайте о планах. Давайте. Я поняла, что у вас в преддверии праздник. Да, это уже... Кроме праздника, теперь то, что будет важно для нашего общества. Да, то есть первое, это... Вот, то есть мы уже наработали ряд проектов, которые мы по-любому будем поддерживать в следующем году. Какие? Кроме тех, которые мы перечислили. Что еще? То есть поддержка детских домов. То есть мы вот в этом... Это не... Опять же, было более точечно, но в этом году... То есть нам сообщили, что вот Ольховатскому, там, допустим, детскому дому, им для быта нет, вот для зимнего отдыха нет инвентаря для того, чтобы дети проводили зимой. То есть мы закупили там санок, лыж и все остальное, и времяпровождение непосредственно с детьми. То есть это, я говорю, маленький пример. То мы решили, что мы эту часть оставим, допустим. Это нам приятно, кто-то членов клуба будет постоянно ездить и работать в этом направлении. Вот. Ну и давайте так. Ряд наработанных проектов мы оставим, а о планах непосредственно. Вот есть у нас элект-президент, он у него тоже, наверное, есть какие-то планы. У нас, в принципе, планы, так как у нас президент планируется на предстоящие года, да, так у нас, в общем-то, и планы планируются. Ничего мы менять как бы не будем, будем добавлять новые какие-то направления. Например, поддерживать на примере вот этого парня, который пришел, поэт, да, деятелей искусства, молодых дарований, которые не могут, да, то есть как бы для него это важно и нужно было. Для нас это ничего не стоило, да, а для него это был решающий момент. То есть
есть мы выпустили этот альманах. То есть я, допустим, во время... Содействовали выпуск нескольких изданий. Я, допустим, как предстоящий президент, ну, хочу как бы на этом акцентировать внимание. Почему? Потому что молодежь растет сейчас у нас с отсутствием цели и с отсутствием желания что-то вообще реализовывать, понимаете? То есть я вот как бы смотрю на своих детей, на детей своих друзей, да, я четко понимаю, что мы немножко в других условиях росли. То есть и нам надо хотя бы искусственно сейчас, то есть если раньше, допустим, да, когда мы росли, были какие-то вещи, которые, которых нам не хватало, и мы стремились к ним, да, то они же растут совершенно в других условиях. У них все есть. Вы говорите о том, что нет что, социального лифта? То есть у нас нет цели, мы не знаем, что у нас будет за эти награды? Перенасыщенность коммуникации социальными сетями, современными средствами коммуникациями, компьютерами, планшетами виртуальный мир становится сейчас, на самом деле, это большая проблема для детей, для людей. Вспоминая просто наше детство, да, чтобы что-то получить, надо было что-то сделать. Ну, не бывает просто так. Да? Наши же дети получают сейчас все готовое. Ну, не все, но очень много да. из этого. Поэтому это надо фильтровать, об этом надо думать, потому что это впоследствии перерастет в большую проблему. Почему у нас есть ротаракт? Да? Вот мы как бы не говорили, в Ротаре есть ротаракт. Это молодежная организация, да, которая подшефна клубу. То есть туда набираются дети, ну дети, молодежь от 18 до 30 лет. Да, это уже самодостаточные подростки. Да, да, ну молодежь, как бы, у которых может быть нет целей, но есть желание хотя бы, да, как бы определить эти цели и реализовывать их. Они не платят никакие взносы? Нет, конечно, нет. Они находятся под нашим, так сказать, постоянным надзором, шефством Ротари и так далее. Ротари-клуб выделяет им деньги на какие-то наоборот, проекты. Мы финансируем, да. Вот. Они приходят к нам и говорят, у нас есть вот такой проект, бюджет такой-то, реализация такая-то. Мы оцениваем, смотрим, да, у нас в рамках нашего бюджета есть такая возможность, мы его реализовываем. Но здесь основная задача даже не реализовать проект, а основная задача научить этих детей самостоятельно что-то делать в этой жизни. Бюджет, лидерство, организация. Интеракт – это непосредственно еще младше. Это вот школьники. Это подготовка к ротаракту. Да, это, допустим, школы, интернаты. И в основном интеракты создают люди, ротарианцы, которые являются директорами или ректорами училищ, директора школ, интернатов. И они же и создают при своем интернате интеракт, потому что работа непосредственно с детьми, если ротаракт – это уже самодостаточные молодые люди, которые как бы ищут цель, ищут мотивацию и ищут навыки. И им они нужны, и они для этого и выходят. Помимо того, по ротаракту, это большие тоже международные связи, постоянные поездки, академические поездки, обмены. Для них это огромная возможность. В каждом клубе есть ротаракт? Нет, ротари-клуб сам принимает. То есть еще раз повторю, что ротари-клуб – это демократичная абсолютно структура, и она сама принимает по каждому вопросу. То есть у нее может быть, может не быть. Ну, вот в вашем клубе это есть. У нас интеракта нет, но у нас есть ротаракт. Но опять-таки, ротаракт – это тоже затратная как бы, ситуация. Да? Определенные бюджеты видите, есть. Видите, как предприниматель говорит, затратная ситуация. Однозначно. Но при этом есть социальная составляющая, которая важнее любых затрат. Ну, да. Понимаете? Потому что мы на своих детях это наблюдаем. Вот эту энергетику, которая… Более молодые люди, которые… Вот какую энергетику они вносят, более старше. Это совсем другой подход, задор. И энергетика. Вот. Они совсем то есть вы у них тоже учитесь? И они у нас, и у нас. И у них, и это на самом деле тоже в Ротари как бы тоже все продумано, сбалансировано. Проблемная сфера у нас в стране медицина. Вот туда направлена, как это ваша деятельность, вашего клуба. В планах есть это? Может быть, приобретение оборудования для чего-то? Смотрите, я просто вкратце говорю. Вот во всех городах практически Украины есть Ротари-клубы. Но только в крупных их несколько. Вот в городе Харькове их 6 Ротари-клубов. В городе Киеве их 7. В городе Львове их 8. В Тернополе, в Ужгороде, не в Ужгороде 2. Но в основном в Полтаве. Это по одному, по два ротари-клуба. Есть международные комитеты. Я к медицине свожусь. Вот по медицине за последние года очень сильно продвинулся международный комитет Украина-Израиль. И его возглавляет Мирослава Новосильска. Это ротари-клуб Львов-Княжий. Такое название. То есть они выполнили в медицинской сфере проектов на 1,5 миллиона долларов за последний год. В чем эти проекты заключаются? Берутся врачи, то есть ротари-клуб, любой ротари-клуб может делегировать своего врача на обучение в лучшие израильские клиники мира.
И это стоит, то есть наши ротари-клубы дают только им за переезд, ну, как бы проплачивают переезд. И некоторое проживание, 40 тысяч долларов еще дают израильская сторона ротари-клубы, и плюс ротарианцы, врачи и все остальное. Что это происходит? И едут на месяц врачи, в основном начиналось это всех, брали врачей, которые работали в зоне АТО, потому что это отважные люди, которые бросили свои функциональные обязанности и поехали и поделали выполнять по 20-40 операций в день, просто не отходя от стола. Их изначально начиналось с них. Их отвозили туда, и то есть они на самом современном оборудовании выполняли операции. С ними стояли лидеры израильского, как бы, израильской медицины, хирурги или профильные врачи. Учили их это делать. И по уезду домой им еще дарилось или оборудование, или какие-то инструменты для их работы. Потом это были педиатры, и из Харькова отправляли, Rotary Club Харьков Multinational отправлял одного педиатра для того, чтобы у нас немножко, вы понимаете, все устарело, да, и медицина устарела. Такие страны, как Германия, Израиль, Соединенные Штаты Америки, это лидеры. То есть это непосредственно, еще раз говорю, не рыба, а удочка, да, когда вот тот человек, который, во-первых, его проверяет на то, чтобы он был не алчный и не преследовал свои, чтобы его не научили этому, он не вернулся к нам в Харьков и начал наших детей за эти деньги, ну, то поднять себе таксу, потому что он уже, ну, очень высокий специалист. А этот человек был с большой душой и декларировал те ценности. Я хочу уточнить, я правильно понимаю, отправлялись медики, которые не обязательно есть членами Rotary? Нет, еще раз. Просто специалисты отрасли. Это мы же не для себя делаем. Служение обществу, общество это не мы, 20 человек, да? Да. А общество это все, кто вокруг. Конечно, если у нас какие-то есть внутренние проблемы, мы помогаем членам клуба их решить, потому что мы коллектив. Но направлена наша деятельность на местную громаду. Сергей. По оборудованию. Есть еще комитет Украина-Бельгия, да? Вот в Бельгии вот такая система, что очень много оборудования, которое вышло там определенное. Вместо утилизации в Украину? Нет, там вопрос в чем? У них очень короткие временные рамки по эксплуатации. То есть того оборудования, которого у нас даже нет в стране еще, ну или есть в частных каких-то дорогих клиниках или этот, у них оно просто на складах стоит от гинекологических и стоматологических кресел большие ангары. То есть они вот так вот заводят, говорят, пожалуйста, выбирайте, прислали Rotary клубам список. Говорят, пожалуйста, если у вас есть медик, пусть он говорит регионально, что вам необходимо, мы этот составим список, потом этот список надо согласовать с таможней, Министерством социальной политики, что самое сложное, включаются связи и все остальное. Вы меня пугаете, мы такая страна бэушного оборудования. Не, смотрите, представьте себе Богодухов, допустим, да, или там еще какой-то небольшой областной город, да, как вы думаете, когда так подобное оборудование появится в этих городах? Меня не очень здесь клиника. Волнует вопрос, чтобы это оборудование было функционально и действительно показывало те, скажем, результаты, которые от него требовались на начальном этапе. Чтобы не получилось, что оно уже в нерабочем состоянии и приведет только к бедам и потерям. Мы возвращаемся к фразе «служению обществу». Вот эта фраза характеризует все, и даже ваше оппонирую вам. То есть какое служение обществу? То есть это уже говорит о том, что это все проверено, сертифицировано. И вот тот Rotary-клуб, который за это отвечает, он несет полную ответственность. Я хочу еще в завершении уже программы вернуться к вашему клубу. Я правильно поняла, что есть клубы, которые специализируются на определенной поддержке. Вы бы как назвали вашу специализацию? Смотрите. Поддержка талантов? Смотрите, во-первых, у нас идет еще путь становления, знаете, как коллектива, понятия себя. Но нет определенной специализации у клуба. Все зависит от многих факторов. От президента этого года, от политики клуба. То есть в этом году более пассивные члены клуба, потому что заняты своими решениями вопроса, или более активны. И зависит еще от тех людей, которые приходят на заседание. Вы понимаете, это тоже большое формируется. Вот Паша тоже, он может сказать, но завтра к нам, у нас заседание по четвергам, кстати, проходит в час дня в обеденное время, когда мы все можем съездить и потратить там час-два своего времени на эти все за вопросы. Обедом обсудить текущие задачи. То есть мы решаем сразу общение, обед, информация и решение социального вопроса. Вот. И к нам завтра придет человек с гениальным проектом, то есть ему нужны будут небольшие финансы и связи. И почему мы не можем это помочь? Если это принесет
на самом деле благо нашей громаде местной, и если этот человек делает это не ради своего обогащения. Понятно, что у каждого человека есть свой личный интерес. Ну, это всегда есть. Любой человек, который чем-то занимается, он все равно где-то видит какую-то ценность. Это нормально, это хорошо. Но главное, чтобы эта ценность не была превыше этого проекта. Последний вопрос, очень лаконично. Основная мотивация, зачем быть ротарианцем? Ну, я могу сказать на своем примере, да, как бы это желание помогать, желание делать что-то большое и что-то хорошее. И при этом отсутствие времени на это. Потому что, как бы, деловой человек всегда занят. Если ты не будешь заниматься своими делами, то, в общем-то, у тебя, как бы, не получится управлять процессом. Да. И... как бы... Если это желание есть, то ты находишь возможности. Вот я нашел ее возможности в Ротари. Да. Вот, для меня Ротари – это стиль жизни. Вот это, то есть много есть самодостаточных людей, интересных людей, но именно вот этой социальной составляющей у многих нет. Вот есть много прекрасных специалистов, самодостаточных людей именно с этой социальной составляющей, с которыми приятно работать, жить, и которые понимают, что жить надо не только ради себя. С такими людьми всегда приятно общаться, и когда ты знаешь, что их 1 200 000 человек в каждой стране и в каждом городе, и они от чиновника до врача такие существуют, тебе просто радостно жить, и ты знаешь, для чего ты живешь, и что ты можешь сделать что-то больше, чем просто можешь сделать своими усилиями. Для меня это я нашел в Ротарі. Дякую. Дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні до нашої редакції. Я нагадаю нашим читачам та телеглядачам, що у гостях сьогодні у нас були президент Ротарі Клаб Харків Фьост Кепітал каденції 2017-2018 років Павло Пилипенко та поряд з ним президент Ротарі Клаб Харків Фьост Кепітал каденції 2016-2017 років. Вам, шановні телеглядачі та читачі, дякую за увагу. Залишайтесь разом з нами. На все добре. До побачення. До побачення.